Здравствуйте. У меня двое детей, и старшему сыну 7 лет, и у нас стоит предварительный диагноз задержка психического развития с аутистическим компонентом. Я перечислю основные симптомы, которые у нас имеются. Первое – это задержка речевого развития. Он говорит слова, говорит, у него хороший словарный запас, говорит предложения, но говорит их отрывисто, и связанная речь ему дается очень тяжело. Ну вот прямо видно, что не может он выразить ясно свои мысли. Ну, кроме этого, он путает местоимения, он путает окончания. Вопрос, почему вообще он почему-то не использует. По телефону он не умеет разговаривать. То есть, когда у него задают ему вопрос, допустим, бабушка с ним разговаривает, он просто повторяет. То есть, эхо лоли у него. Он говорит, как дела? Он отвечает, как дела? Далее, у него очень рассеянное внимание. Допустим, он начинает одеваться, и он тут же забыл, что ему нужно одеться, и он может ходить по дому с наполовину одетыми штанами, и так он ходит, пока вот его там не начинаешь ему снова его торопить и так далее. Следующий момент – медлительность, очень сильная медлительность. Это и в садике воспитатели говорят, и дома очень медленно кушаем, очень медленно одеваемся. Очень-очень как-то вот нету вот этого, что быстрее-быстрее, как-то зубы чистить вообще может целый час чистить зубы. Далее, зацикленность. Один и тот же мультик смотрим, одно и то же видео любит перематывать без конца. Вот уже, например, новогодний свой запись новогоднего утренника, вот уже с Нового года просматриваем. Уже 2 месяца получается. Он любит говорить об одном и том же также. Вот у него есть какие-то любимые, излюбленные темы. Это эхо, лампочки, отражения, что там еще. Ну, в общем, он любит мусолить вот одну и ту же тему. Заставляет родителей тоже, то есть говорит, там скажи, а вот это вот эхо здесь есть? Нет, ну, то есть вот в таком ключе. Или, допустим, мы проходим по улице по одному и тому же месту, и он вот именно в этом месте, он тоже начинает вспоминать, что здесь вот были коты, и постоянно вот это вот одно и то же говорит. Далее, он не интересуется обычными играми.